Несколько слов как повод для антитеррористических мер. Вечером в минувшую субботу сотрудники полиции эвакуировали торговый центр «Серебряный город». Причиной для экстренных действий стало обращение посетителя молла. Мужчина сказал охранникам, что слышал от одной из покупательниц угрозы и принял ее за террористку. Из торгового центра эвакуировали посетителей и сотрудников – около 7 тысяч человек. В здании работали кинологи и криминалисты, обследовали все помещения. Взрывчатых веществ не было обнаружено. Оперативными службами полиции был установлен и гражданин, который сообщил данную информацию. В общем-то, спасибо ему за бдительность. Дело в том, что данный посетитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Благодаря усиленной алкоголем бдительности ивановца к торговому центру съехались представители экстренных служб города. Несколько десятков человек. Торговый центр начал работу через 2 часа после случившегося.